Неожиданное включение. Сегодня мой маэстро и коллега по цеху смог раздобыть в местном супермаркете удивительную лапшу в наши кризисные времена, коих раньше не было. Это лапша вок. Ты уже выкинул эту хуйню? Ну, скажем так, на закрывающей поверхности присутствовали специальные отверстия для... Что ты башкой мотаешь? Ты скажи, для чего они вот? Блин. Для того, чтобы пар выходил. Пара выходит. С чем была лапша? Хуже там. С кунжутом и все, без приправы. И со сладким терияки. Какая лапша на вкус? Давайте сейчас такая, она какая вообще? Это кукурузная, пшеничная, гречневая. Но я вижу, что она точно не гречневая, конечно. Рисовая. Макарон. Лапша из макарон? Ну, может быть. В общем-то, как лапша в приготовленном виде? Не стоит 50 рублей. Максимум 30. Но он же делает свое дело. И дырки на упаковке. То есть стоит все-таки 50 рублей. Выпускает пар. Так она стоит 50 рублей или не стоит 50 рублей? Да. Стоит. Или нет, да, не стоит. Флешем. Доширак с флешем — это то, что заставляет шагнуть тебя в завтрашний день. Что-то в этом есть, если это не есть. Каламбур. Надо было снимать тебя вот так вот, наверное. По 10-бальной шкале, пожалуйста, оценку лапши. Мы снимаем все-таки качественный контент в виде мукбэнка. Я прошу не закрывать рот, иначе люди не смогут оценить, насколько это вкусная лапша. Обычные. Не хватает вот таких кавалок мяса. Ты скуден на описывание данного продукта, поэтому мне приходится вычленять из тебя, что клещами лапшу, поскольку ты ее не описываешь. Но, как я говорю, все постнется в сравнении. Если сравнить с наиболее известными марками Доширака и Роллтона среди лапши быстрого приготовления в России, насколько она приближена к ним? Говно. Что говно-то? Ты можешь выясняться Это понятнее. лапша говно. Это лапша говно. Еще я полсоуса на кровати оставил. Выглядит Ты пресновато. не советуешь к покупке этой лапши. Ну только и если хочется понтануться перед корешами. Оценит ли кореша, если ты понтуешься лапшой быстрого приготовления? Когда увидят дырки, да? Может быть, может быть. Ну, давай напоследок еще скажем что-нибудь. Какую лапшу ты вообще посоветуешь людям? Рошек. Рошек. Роршах. Это помесь Доширака и Ролтона. Да. Или это Роршах из кино? Да, это помните, как и Ролтона. Оно нормально вообще? А с приправой их смешивать или без? Берем лапшу от Ролтона. А приправу из доширака. И получается магия. Бланка или цвета? Только надо пять. Дорогой ролтон с яичной лапшой. Это который В в... желтой упаковке такой большой. Нет, это, подожди, это вот который, вот он квадратный или в крупной упаковке? Квадратный. Ну, в общем-то... Так-то здесь соус вкусный. Просто я половину оставил на кровати, а лапша говно. Вот сюда бы всунуть лапшу из Вообще... мамы. Хоть это и звучало двусмысленно, но... Обзор на маму тоже есть, люди найдут. В общем-то, лапшу ты доедать, я так понимаю, не будешь, да? Такого не говори. Значит, есть можно. Все великолепно, не скажу ему. А как тебе, в общем-то,
Торговая марка ВОК. Все намного прозаичнее, чем ты думаешь. А это Биг Бон. А, это Биг Бон ВОК. Да. А я думал, это ВОК, который вот это вот. Все от ВОК, который... Но Биг Бон никогда не делал качественную лапшу. Биг Бон, да. Брали мы как-то Биг Бон пюре с мясом. Если это, конечно, можно назвать мясо, а не собачьим консервами, собачьими консервами. Но. Были они тоже редкостным дерьмом. Ну, неплохо было, там кусочек мяса валялся. Что побудило тебя вообще взять эту лапшу? Блатная упаковка. То есть, ты решил не взять проверенный вариант с дошираком и роллтоном или просто не с роллтоном? Не задумываясь, хотел козырнуть перед соседом. Своим статусным положением в обществе. Ну, у тебя получилось? Надо спросить его. У меня получилось? Не смог оценить, дырки, конечно, крутые, но сама упаковка мне не нравится. Она маленькая, мне кажется, она меньше, чем обычная лапша. Это... Как приплюснутая, заниженная. Это самое... Заниженная, значит, блатная. Микро, это все же к уменьшению идет, типа, нетбуки, вот это, да, вот, да, нет, лапша. Это молодежно, стильно. Телефоны меньше делать, ты тоньше. Ты вот идешь по тоньше. Улице, свободно достал чайник, заварил и ешь. А я так понимаю, говядина там, да? Нет, тут нет мяса. Опять обманули с картинкой. Ну, таких кусочков точно нет. Но что меня порадовало? Не протекающее дно? Оно чуть-чуть липкое. Так это же разве хорошо? Побогато. А в чем богатого в том, что дно липнет? Ну, только богатый. Да, я потрогаю. Я... Не липкое. Ты чувствуешь? Вот оно только здесь, оно здесь липкое, потому что оно измазано в чем-то. Вот здесь оно не липкое. Оно глянцевое. Это вырежем. Нет. Ну, оценку лапши мы поставили. Микрообзор сделали. Ну, соус классный. Этот бы соус. Да в курицу терияки. Опять же, я пролил половину, я не знаю. Насколько он вкусный. Ну, другая же половина осталась. Кунжут бы я обжарил. Добавил бы морковки жареные. Ну, как в реальном бургере. В бургере? В оке. В оке. А что не сделал-то? Ну, чтобы мне добавили сразу. Сам я ебал что-то делать. А ты кунжут добавил? Конечно, я не дебил. А чё так? Чё, я не дебил? Нет, чё ты кунжут не добавил? Я его добавил, я же не дебил. А, не, ну мало ли. А подожди, чё я не вижу кунжут? Вон он, дохуя его. Надо всё поближе, поближе. Консистенция. А, ну, я вижу одну кунжутину. В принципе, его, блядь, больше здесь нет. Вода очень вкусная. Вот ее можно в бутылку всаживать и пить. Ну ничего, тут больше ничего не скажешь. Что, картон? Картонный. Мы делаем обзор задом наперед. Ты уже почти доел лапшу, а мы только включились. Надо с анбоксинга было начинать. Когда-нибудь мы это учтем и сделаем качественный обзор. А на этом мы будем прощаться. Хочу сказать лишь, не ведитесь. На красивые упаковки, да? Как говорится. Козыряйте, главное то, что внутри. Козыряйте головой, умом, а не блатными дошираками. Это прекрасные слова, Антон.